Вениамин Мясоедов – заслуженный артист России, доцент Института военных дирижеров Московского военного университета, полковник военно-оркестровой службы и настоящий человек-оркестр. Он играет практически на всех духовых инструментах, что считается большой редкостью в музыкальной среде. Вениамин Вениаминович представил на суд зрителей свои версии известных мелодий. Выступление музыканта с духовым оркестром военной части ЗАТО «Свободный» выглядело как интересный эксперимент. А легкая импровизация понравилась не только зрителям, но и самим артистам. Музыка всегда объединяет и радует зрителей, даже если восточные мотивы звучат на холодном Урале. Ну а после жаркого Востока можно и молодую уральскую компанию на сцену пригласить и подарить зрителям неожиданный номер. Инструментами владеет маэстро. На них он играет поочередно, всегда шокируя публику. Среди них и шотландская волынка. В своей жизни Вениамин Мясоедов играл вместе со многими известными музыкантами. Но самым памятным остается Джеймс Сейшен, на котором два саксофониста вытворяли такое, что словами и не расскажешь. Одним из них был, разумеется, Мясоедов, а другим – экс-президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон.